Это кетерпиллар. Такая игрушка. Надо больше котам внимания уделять. Давно хотел купить эту штучку. $7. Не такие большие деньги. Вот сейчас мухи дам. Вот там интерес тоже появился. Там тоже я вижу интерес. Прямого. Он еще и с ней нет, он ее хочет изучить. Он ее еще не обнюхал. Это кетерпиллар такой, гусеница. О. У нее очень такие когти, что она даже не хочет, а они у нее, она цепляется всем за нее. Такие, надо ей подвязать будет их, что они у нее такие, что она их не контролирует. Вот она теперь не сможет его, не сможет разжать. Вот шпигель может разжинать свои кости. Он свои ногти контролирует, а она нет. Все, вот это я должен ей сейчас буду помогать. А вот она не может уже. Это проблема. Ты смотри, а?